Пока артисты, отдыхающие в Оке дети и вожатые готовятся к праздничной программе, команда зрителей готовится к просмотру. Места в зрительном зале на лежаках и на песке. Такое возможно только летом в Анапе, в Оке. Анапе все понравилось. Это город-курорт. Я сюда часто ездил, но в лагере хоть в первый раз. Здесь весело довольно. Я первый раз в Оке приехала из Краснодара, тут конкурсов много, тут очень весело. Мероприятие там, где кому-то дают горшок, кому-то медведя. Ну, кто самый грязный отряд, кто самый тихий час, кто самый дисциплинированный. А потом дискотеки до 11. Кажется, для счастья больше ничего и не надо. Вечером все говорили только о празднике. Ане Некрыловой посчастливилось заглянуть в будущее. Здесь будет спектакль очень интересный. Мы видели кусок репетиции, показалось очень интересным. Сценическая площадка «Песок». Из декораций только трон. Почувствовать себя царем подводного царства легко, но только в Оке и только один раз в году. Ну да пора уступать место настоящим героям. Выдавали целый час весело с песнями и шутками. Зрительские симпатии целиком завоевал «Заяц пробегает, играет и выручает» роль одна обязанностей моря. Острые шутки, по-разному понятные детям и взрослым, музыкальные отрывки и чудесные актеры, спектакль на одном дыхании. Там вход бесплатный для меня в натуре. Все замужем под руки, а я в девках. Приходится под рейв скакать, как дуре. Русланочку замуж выдали, спели немало песен с Филиппом Киркоровым и Григорием Лепсом. Пошутили и посмеялись от души. Сам царь Нептун одобрил праздник и величественно позволил в следующем году провести такой же, в таком же составе. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.